Вновь приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем играть в ночи Невервинтера Орды Андердарка. Блин, вот как я нажал кнопку записи, так у нас сейчас опять кольцо переоделось. Однако интересно, что показывает оно именно туда. Я думал, нам все-таки в пещеру надо идти. А, подожди, мы же зашли в пещеру, да-да-да. Это же... мы же зашли. Так, значит, занесенные снегом. Среди следов есть меньшие, явно принадлежащие какой-то собаке, и более крупные, которые вам не удается распознать. Вот, значит... Чё у нас случилось-то? В прошлой серии мы заполучили это кольцо. Ой, сейчас мы с вами начнем страдать от холода. Дикин просто думает, что однажды ты уже кричать на Дикина. Эй, добрые старые времена! Я думаю, попросишь Арибит, она на тебя с удовольствием покричит. Так, ледяные тролли-берсерки. Вот. Значит, мы завладели кольцом. Загадок, которая ведет нас потихонечку по пути. Офигеть. У нас 38 брони, но по нам исправно попадают в ближнем бою. А что так жестко-то нас долбят? Сколько опыта мы за них получаем? Вот что мне интересно. 266. Да мало. Ну, что-то страдаем мы жутко, что-то с броней не то. Это мало для такого-то уровня сложности, похоже. Так, и волка я не могу убить, к сожалению. Шаман, испытывающий. На 150. Блин, он тоже крутой. Так. Ну да. Так, меч бастард какой-то интересный. Так, ну я предлагаю отдохнуть, наверное, все-таки. Так, велокс, средний огонь. Ну давай, две средний огонь и отдохнуть. Блин, ну надо сесть. А, враги, понятно все. Только зря ягоды потратил, да? Враги где? Наверху, наверное. Что-то больно. Напинали меня. Давайте хоть чутка подлечимся. Хоть на самую такую маленькую пиписечку. Так, а здесь ничего нельзя забрать? Нет. Хорошо, что тут пишут? Планарные врата. Пустошикание. Надо сначала зачистить местность, прежде чем мы сможем двигаться дальше. Блин, это жесть какая-то. Ну-ка, надо берсануть. Я дару тебе голову и сделаю из нее бурдюк для питья. Я предлагаю мага навалять. Ой-ой-ой-ой, как мне больно. Так, все. Есть предположение, что пора лечиться хоть как-то. А ты драться... Блин, ты драться будешь? Алло. А что она тупит? Вот Арибит, помощница. Да мне проще ее замочить прямо здесь. Толку от нее вообще ноль. Ты атаковать будешь, тварь, или как? Ой, тут чувак, да? Это я могу. Да ничего ты не можешь, дура, блин. Надо бы тебя в пещере замочить или даже не воскрешать. Ну что она тупит? Блин, атакуй, тварь. Это я могу. Что-то она тупит нереально. Ой, а мне что-то уже совсем плохо. Ой, а ее кританули. Я высосу из тебя жизнь. Да ничего ты не высосишь. Высосит она жизнь. Кое-что другое. Меня тут вваливают, как хотят. 38 брони. Не, ну надо сказать, у нас все равно достаточно хорошие удары, мощные. Если бы не они, нам бы
Не знаю, кирдык бы уже пришел несколько раз. Долбанный мороз еще, конечно. Так. Влезайся в кристалл. Ярость боя. Жестит, конечно, чувак, веселится. Еще и увеличился, да? Круто. Вот с чем нам придется иметь дело. Так, зловещие знаки. Всматриваясь в ледяной кристалл, поднимающийся с ледяной поверхности Кани, вы видите успехи Мефистофеля в вашем родном мире Торил. Судя по всему, вместе со своей недавно созданной армией, он медленно продвигается к поверхности, оставляя за собой лишь руины и смерть. Похоже, Мефистофель питается этими разрушениями, и с каждым мгновением становится все сильнее. Это да. Взял, вырос куда-то. Так, ну нам по-любому туда надо будет как-то войти потом. Так. Ну тут, скорее всего, надо быть пикси какой-нибудь, нет? Где-то там амулет. О, я, кстати... А, понятно, я этот амулет дурацкий ношу. А что, не пролечу все равно? Что-то непонятно, почему я думал в щелочку пролечу. Как тяжело. Едва могу. Давай попробуем. Духом земли? Ну нет, здесь, наверное, не прокатит все это. Нет. Ничего не делает. Так, кстати, врагов-то мы замочили, но сейчас смысла отдыхать нету. Ну, давайте напялим кольцо и посмотрим, куда нам дальше. Ну да, нам именно сюда. О, там, смотри, палатка какая-то. Может, в палатке что интересное? Труп со стрелами. Да не, ничего интересного нету. Ведут нас именно туда. Ну давайте войдем сперва сюда. Так, погоди, может нам еще куда есть? Здесь камни. Не пройти. Вот здесь бы, кстати, очень пригодилась регенерация именно. Так, а это нельзя разбить, да? С той стороны, кстати, можно разбить. Станки, какой-то плащ. Кости. Нахрена выбрасывать-то? Так, дух земли. А, не, нифига. Волчье логово, блин. Да, потихонечку долбит нас мороз. А, нормально, все остальные тоже прошли такие. Молодцы. Так, кости. Ручная секира какая-то странная. Еще ягодки. Так. Не знаю, что, давайте отдыхать. Белок. Сколько у нас ягодок? Ягодки. Охрен его знает, да? Не видно. Это здесь должны быть. 4 штуки. Давайте 2 зажжем. И отдохнуть. Поправим здоровье немного. Блин, быстро, конечно, огонь уходит. Но это потому, что он средний. Хотя, в принципе, то же самое и было с большим, когда я только зря ягоды потратил. Так, а тут ничего нового мы уже не найдем, да? Кости мы уже осматривали. Так, что, перевоплощаемся обратно? Волк.
тоже, да, сделали заморочек таких. Так, ну хорошо, я все понимаю, но нам как туда-то пробраться теперь? А, во врата, блин, надо войти. Гнездо мимика, блин. Что-то мне это напоминает такое нехорошее. Оп. Я тору тебе голову и сделаю из нее бурдюк для питья. Все, нас раздели. Да. Сейчас будет охрененно интересно бегать за ним. Броня у него. Ну, у него, в принципе, только броня. И кольцо какое-то стырил. Сопротивление. А, кольцо загадок. Блин, а у меня какое-то хорошее кольцо же было, нет? Короче, сейчас фишка в чем? Надо будет его ловить. А я пока на паузу поставлю. Ну и, наверное, все-таки амулет вот этот напялю сюда. Пока что. Но это пока сюда, потому что кольца я никакого не вижу. 36. Надо будет потом определять все. Так. Главное, что в силе мы не потеряли. Мимик. Удивительное существо, по форме точно соответствующее обычному сундуку с сокровищами, но обладающее странными захватывающим устройством. Стащило одежду прямо у вас с плеч и благополучно сбежало. Вы очень злы. К тому же вам ужасно холодно, и вы клянетесь, что заставите мерзкое маленькое существо заплатить за это. Ну да. Как бы с демонами ворочим обличье играть не следует. Так, тут, по-моему, придется кольцо использовать, да? Вы чувствуете, как Айрибит сверлит вас своим недобрым взглядом. У нее определенно есть что сказать, но кажется, она хочет, чтобы вы спросили сами. Ну, говори уже. С другой стороны, я думаю, буду сволковать иронию. Если ты хоть кому-нибудь расскажешь, я выдавлю тебе глаза. Это не все, чем ты наслаждаешься. На самом деле, мне нравится быть в таком виде. Такое чувство свободы, честно. Если бы я знал, что тебя так легко раздеть. Если бы я только знал, что тебя это так заинтересует. Может быть, я и мертва, то понял. Радость и плоти все так же заманчивы. Есть вещи, которые мне никогда не представляются. Случай сделать при жизни. Я никогда не предложу тебе ни любви, ни верности, но моя похоть твоя. Да уж. Но вначале давай поджарим эту маленькую тварь, заставим ее страдать. Мне кажется, это неплохой способ устроить себе праздник. Вот так вот. Откровенно и честно зато, да? Да уж. Так. Охренеть с полуорком. Так, тут, по-моему, надо делать так. Да, и теперь мы будем проскакивать потихонечку. Угу. Ну, а, естественно, наши компаньоны им по барабану. Тут какую-то ловушку надо делать, насколько я помню. Но помню, это плохо. Ё-моё, там какие-то уроды. Ко мне еды. Ой-ой-ой-ой, ну я без брони совсем. Азер. Азер, добытчик камней. Азербайджанец, что ли? Голый. Так, вот этих крыс надо убивать. Давай, а, ребят, тащи. Так, вот этих надо убивать. О, он сам их убивает. Мимик. Мимик, отдай одежду. Моя хотеть драгоценность. Блин, сейчас меня убьют. У меня брони вообще нету. Волка застрелили. Ну ладно, хоть они относительно слабые. Хоть как-то радует. Нормально, у нас 36. Так, тут чё? Ой, хоть какую-то броню нам типа дали, да? Дикин, бродяга. Дикин? Так, опознай-ка. Там Аримит у нас дерется, да? А, все. Ну, придется воскрешать бабеху. Так, стоп. Что за броня-то хоть? На меня она налезет, нет? Душа козель, ну конечно. Только злонамеренный. А я какой?
А, броня тяжелая. Поэтому я не могу ее взять. Плащ. Бонус к броне против режущей 6. Бонус харизма. Но это не мне, это надо, наверное, нашему другу Дикину давать. Плащ нимфы 5. Предлагаю сразу же вот так делать. Блин, вот твари. Айзеры. А я так и буду голый, да? Мими, красавчик. Что-то... А, я не могу его атаковать. Что с этой тварью такое? Моя хотеть драгоценность. Ну да, тут только ловушкой. Этих тварей надо убивать, они будут нам все портить, насколько я помню. А, он все, запрыгнул. Он их хавает. Так, ну что, надо будить бабеху. Так, где тут наш жезл? Что за топор? Топор Эмбера. Принадлежит корпусу Эмбера, группа искателей приключений в услужении гномского паладина. У каждого участника было оружие, идентичное оружие Эмбера. Напоминание о том, что все должны поступать как он, ни на минуту не забывая добродетели. Демоны и злобные существа постоянно гибли от его руки, но и высокомерные волшебники не оставались безнаказанными. Магов, которые любили просчитывать действия на много ходов вперед, можно было припугнуть стремительным топором смерти, заклинанием, которое читалось очень быстро. Чужак. Ну так себе на самом деле. Ничего особенного. Так, я искал палочку-выручалочку. Вот она. Вот так. Воскресили духа. Смешно, да? Так, хорошо, надо тварь эту ловить. Останки. Моя хотеть Во-во-во, вот это вот. Драгоценности. Куча драгоценных камней. Вот его свойство полезное нам потом очень поможет. Вот это вот по цепочкам прыгать. Окей, он хоп, и уже тут. Съешь крысу, братан. Очень поможешь. А что, только одна драгоценность, да? Мимик, съешь? Спасибо. Так, его хотеть драгоценность. Короче, где-то вот здесь его надо будет выложить. Это первый момент. Второй момент. Все, сохраняемся. Тут главное защищать от этих... Ну, давай. Во-во-во-во-во-во-во. А теперь делаем так. А, и что, не успели ничего? Ну-ка. Погоди, что-то мы не то сделали. Но он съел драгоценность. Дальше что, где нам брать? Мы его должны в ловушку посадить были. А он что-то не посадился в ловушку. Может, что-то я не помню. А, и сундук пропал, круто. Не, ну денег тут хватает. Это, кстати, неспроста. Что здесь денег так много. Блин. Да. Сволочь. Отдай драгоценность какую-нибудь. Я понял, что надо сделать. Эти рычаги надо тоже использовать. Ну, сейчас где драгоценность-то взять? Может, надо так походить? Короче, в рычаги появляются, когда мы кольцо меняем. И потом тогда мы сможем его накрыть. Может, у кого-то еще появится что-то? Магическим барьером, да? Ну-ка. Аналогично. А почему только одна драгоценность? Ну это глупо. И что, ты хочешь сказать, что мы все профейлили теперь? Хоть одна еще тут должна быть. Как мы теперь его заманим-то сюда? Так. Я не знаю, имеет ли смысл в ту сторону идти. Но там мы не были.
Да не, наверное, вред. А, вот сундук тут есть какой-то. Может быть, тут какую-нибудь драгоценность найдем? Нет. Тут просто бабки. Блин, ну а вот что делать, если я зафейлил, а? Тут еще один сундук. А, я, ребят, тоже не может пройти. Круто. Так мы можем крутить ими как хотим. Короче, надо где-то искать драгоценность очередную. Я не знаю, где ее искать. Ай, блин, зачем? Оп, ай, ребят, застряла. А вот так тебе, дрянная девка. Дикин братишка пройти не может. Застрял там где-то. Так, смотри, он кого-то съел. Может быть, у этих падальщиков крыс есть что-то? Алло, ну... Ну, хоть что-нибудь дайте, блин. Одна драгоценность. Я помню, не одна была. Точно были еще какие-то. Дай драгоценность. Теперь я зо. Что-то? Да что с этой тварью такое? Алло, роди мне драгоценность, братишка. Ну, где я тебя найду? О, он уже тут. Нет, ну что-то тут не то. А, я, по-моему, потерял ее, да, уже? Ну, конечно, то есть я сохранился, болван. Это плохо. Мимик использует демоническую хватательную руку. Микоч, а? Так, и чё, автосейв? Пустоши Кани, ё-моё, это сколько нам еще идти? Да я не верю. Неужели больше нигде нету? Не могло быть такого. Чтобы драгоценность была только одна. Короче, надо было эти четыре рычага нажать, и тогда просто раздолбится эта дверь. А там уж, может, и драгоценности какие найдем. Слава! Дикин будет вечно жить! Придурок. О! Как только мамаш твоя не померла при родах, увидев твою рожу. А там посмешнее было написано что-то, чувак. Ловушка будет где-то здесь. То есть там я безбожно тупил. Вот, генератор драгоценностей, точно. Вот здесь, то есть наши косяки будут сглажены, если что. Как эти тюлени к нему прыгают в сундук. Так, ну, конечно же, будет не без противников, наверное, я так понимаю. Давайте одну подберем. Вы не видите никаких способов прямого воздействия. Ну, здрасте. А, наверное, так надо сделать. Не, нифига. Смотрите, босс, видите сундук? Хм. Он съел все драгоценные камни. Он не выглядит враждебным. Просто, похоже, ему нравится есть драгоценные камни. Да, прикольно. А, вон крыска бежит за... Ё-моё, там что-то жесткое. А, наверное, там ловушка. Крыска бежит за драгоценностью. Вон еще драгоценность. Давайте мы ее возьмем, пока ее никто не стыбрил. Все, одной хватит. Но здесь будет тяжелее. Давайте вторую возьмем на всякий случай. Вдруг тупанем. Вот еще одна. Нам они, конечно, ценности вообще никакой не представляют. Их продать нельзя. Хотя очень странно, да, там, по идее, изумруды, еще всякая фигня. Огненный проводника. Огненный проводника. Ну, проводник, я так понял. Уж чего я ненавижу, так это непрерывный дневной свет. Ну, прямо сатану из себя сделали, куда ж деваться.
Вот какой-то там кусок диалога, да, так замутил, и все, и она прямо ненавидит теперь никого и ничего. Только похоть предлагает свою. Так, ладно. Че, надо здесь что-то делать, да? То есть, если делаем так, то ни хрена. А если мы сюда зайдем, нас убьет? Вы не видите никаких способов прямого воздействия. Ну, то есть, сюда я должен бросить драгоценности. Я попробую сразу кучку бросить аккуратненько. Все, уходим. Мимик должен прилететь сюда, я должен буду нажать, и тогда ему жопа. Ждем. Надо, чтобы он повелся, блин, на эту типа ловушку. Там другая тварь сейчас может прибежать, крыса. Цып-цып-цып, сундучок, во. Давай. Ну, ну чтоб тебя. Да там, потому что и так вон куча камней. Чем мы сюда идти? Машины эти долбаные. Может, их разбить надо? Слушай, реально, наверное, их надо раздолбать. Ну, сейчас попробуем. Может, он все-таки сюда пойдет. Братишка, тут камешки рядом. Нет. Тогда забираем, пока крысы не добрались. И попробуем разбить машины. Ой, да чтоб тебя. Вот с этим мимиком это жопа какая-то. Я всегда ненавидел вот это место. Как идиоты, бегаем, фигней занимаемся, честное слово. Ну вот крысы пусть воруют, кстати говоря. Здесь они нам на руку. Все, украла, да, камушки? А, нет, не украла. А, ну сейчас, неэффективно. А я не знаю. Надо тупо стоять и ждать. Это надо быстренько бегать, собирать. А, ребят, конечно, черепаха. У нас с Дикином сапоги ускорения, она ползет или как. Похоже, придется ждать. Раз, два, три. 4. Ну давай, давай уже, давай. Смотри, тут вкусностей сколько. Дурачок деревянный. А, беда. Ну-ка, это что даст? Ничего не даст. Так, а ну-ка, вон отсюда. Зараза. Бежит она к драгоценностям. Ну чё? Это обезьяна прыгнет сюда уже или как? Не вижу даже. Слышу только. Где-то бегает. Хавает драгоценности. А машины эти, они не разбиваются. Ну-ка. Ну да. Нужно подождать, пока рычаг не займет начальное положение. Ну это надо бегать просто и собирать все драгоценности. Тогда этот сволочь, она прилетит. Блин. Давай, давай, вправо. Не-не-не, драгоценности я возьму. А ты возьми вправо. Ну-ка, может. Ну, пожалуйста, братишка, повернись. Во. Нет, не туда смотрит. Скотина, а. Ну, там драгоценности, конечно. Вон их куча целая, блин. Уродство. Так, тут пока не вижу, пока не вижу. А там крысы уже могли своровать, да? Ну-ка. Нет. Ну, пожалуйста, давай. Да что такое происходит? Я не понимаю. Опять что ли там?
Ну, конечно, там опять накидало. Это маразм. Ва-а-а, обезьяна, блин. Ай, крысы все поворовали. Скотина. Мимик, ты достал меня, а? Такая тварь. Нет. Фигу видел? Лети, говорю, в ловушку в мою. Так, там пока не вижу. Крыса, крыса идет. Ой. Я дару тебе голову и сделаю из нее. Не, бесполезно. Это реально бесполезно. Вон они опять. Драгоценности эти. Ты шланг. Я дару тебе голову и сделаю из нее бурдюк для питья. У меня ощущение, что он никогда не прилетит туда. Что-то тут как-то не так мы действуем, реально. Ну что? Он не туда смотрит. Нет, ты не туда смотришь, нету там ничего. Сволочь. Ну. Я хрен его знает, короче. Так, и чё, повернешься? Направо повернись. Нет, не повернулся. Да в жопу его, короче, тогда. Я не знаю. Убить его нельзя, он на эту штуку не ловится. Слушай, ты придурок. Деревянный. Вот тут же, очевидно, ближе находится эта штука. Куда ты летишь? Блин, дурочка-крыса. Ну. Мимик, блин, мать твою за ногу. Вот чё он сюда не идет? Ну, кто мне скажет? Ну тут же всяко ближе, братан. Смотри, четыре кучки, ну. Не. Может, мы ему мешаем? Я не знаю, короче, это бред. А, крыса съела. Драгоценность. Упоротая миссия, одна из упоротейших. Просто ни о чемная. Давайте раскладывать, значит, по внешнему периметру как-то стараться. Чтобы он... как-то сагрился сюда, что ли. Но он не хочет идти. Вот что я с ним сделал? Он не хочет идти. Он идет туда, где дальше. Я тебе побегу, крыса. Ну, брысь. Так, стоп, слышу кря-кря. Ты здесь? Ты близко? Да хрен его знает, он что-то не хочет и все. Ну, видно же, наверняка, ну видно, вот они. Че не так? Не, ничего не так. Не знаю, ребят. Ему не нравится. То, что мы ему тут гостинцев кучу наставляли. Он что-то охотится за какой-то бородой. Ну, вот. Нет. Машины не ломаются. Крысы появляются, машины не ломаются. Я черт его знает. Не успели. О, а драгоценность я заберу. Может быть, машины бесконечно не делают драгоценности? Вот в чем фишка. Давайте вот эту заберем. Там пока крысы нету. Ага, сейчас тебе. Ну ты понял, да? Что фиг? Лети в круг, говорю тебе, зараза. Да блин, уберите говно это. Я не знаю, ребята, это абсолютный бред какой-то. Что еще можно придумать? Он съел крысу с драгоценностью, да? Нет, я не знаю. Клюет, клюет, чуваки. Это я туповато оказался, да, похоже? Вот сейчас, смотрите, он эту съест, может быть, дальше пойдет. Ай, крыса, крыса, тварь. Нет,
Ну, крыса, хрен с ним. Может, он дальше просто пойдет туда. Давай, 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 давай. Умри. Отлично. Блин. Тлеющие останки мимика наполняют воздух резким зловонием. Успешно используемая им ранее рука с когтями выползает в изумлении, напоминая краба. Заинтересовавшись темным убежищем в виде вашего ранца, она вцепляется вам в грудь, взбирается через плечо и залезает внутрь. Хотя вы изначально ошибочно приняли ее за какую-то часть тела самого мимика, теперь вы осознаете, что это некое дьявольское хватательное устройство. Уже начиная чувствовать жалость к странному созданию, вы вдруг понимаете, что вас прерывают. Гаргамеш какой-то. Нереальный, отлично. А я голый. Блин, чё? Так и надо дьявольскому ящику. Если спросите меня, вы представить не сможете, как долго мне довелось провести тут, среди дьявольской магии. Дьявол смотрит на обрубок своего запястья, где когда-то была его рука. Чёртовы мимики. Но теперь я свободен. И если я убил то, что увидел, у тебя еще есть нечто, принадлежащее мне. Не так ли, парень? Не парень, правда, а пень, конечно. И по мне тут же кританули. Так, я, конечно, пень, но мне надо одеться. Срочно просто. А, я без брони. Я без брони. Ну давай, 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 раз на раз тогда. Монах, что ли? Неплохо критует. Все, труп. Хоть и нереальный, но у него оружия не было, мне повезло. Останки. Моя броня у тебя? Ой, в смысле, нет. Моя броня вот, в трупе мимика. Крыса вон наелась до отвала, уже еле ползет. Хорошо. Череп крысы-падальщика. Череп крысы-падальщика удивительно чистый, если учесть, что его проглотило довольно робкое животное. Давайте возьмем, вдруг пригодится. Че, какие-то ништячки. Все. На, крыска. Кушай. Сдохнешь от пережора, наверное. Отлично. Мы вернули себе былую силу. Ну как твои дела? Двигаться можешь? Зажав в зубах один из драгоценных камней, крыса медленно тянет свою добычу назад в норку. Она держится в тени, избегая алчного взгляда странного хватательного сундука, хватающего. Ладно, хорошо.